Здравствуйте, я Юлия Мукина, и вы на канале о вязании спицами для новичков, где мы вяжем плечевые изделия. Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной не плечевое изделие, топ, но во всяком случае это не аксессуар и не шапка. Этот топ можно носить вместе с этим кардиганом, на него есть мастер-класс. Называется он кардиган винтаж, а топ называется винтаж плюс. Связан из пряжи немецкого бренда Schachenmauer. Альпака Couture Fashion. Вес этого мотка 25 грамм, 113 метров. В составе 48% альпаки, 36% хлопок, 15% полиамид и 1% эластана, который делает эту ниточку тянущейся. Она немного эластичная, даже много эластичная, видно, да? И вязала я спицами Adi Novel с такими ребристыми стеночками, кубические Adi Novel. С тупым кончиком, но для меня это кончик тупой, для кого-то это острый, для меня тупой, и поэтому очень хорошо и комфортно такую пушистую ниточку вязать этими спицами. На топ ушло 2 мотка, на кардиган ушло 10 мотков, под видео ссылки на оба мастер-класса. Мастер-классы включают в себя описание в PDF-файле на размеры 40-54, плюс видеоурок всего процесса вязания. В описаниях обязательно выкройки, формулы для самостоятельных расчетов, если это потребуется. Если вы меняете пряжу, меняется плотность вязания, вы самостоятельно сможете просчитать по выкройкам и по видеоуроку. Весь пошаговый процесс вязания, включая сборку и убирание кончиков узелочков, есть в видеоуроке. Вернемся к топу. Топ вяжется двумя деталями: спинка и перед. Перед обязательно включает нагрудные выточки, идет расширение от низа к верху. В мастер-классе рассказала, что нужно сделать, чтобы удлинить топ, если кто-то захочет таким, возможно таким, сколько петель добавлять или не добавлять, все это есть в мастер-классе. Дальше мы вяжем бретельки и аккуратно их пришиваем к спинке. Конечно, мы вывязываем пройму. Все формулы и расчеты отражены в описании и рассказаны в видеоуроке. Со мной вязать не только легко и понятно, но и интересно и приятно. Переходите по ссылочкам ниже под видео и вяжите со мной с удовольствием. До скорых встреч! I would die for a little attention. I would die for a kiss of you. I wanna be a part of your little collection. It doesn't matter what I am to you. I don't care if you don't really love me. I don't care, I wanna give myself to you. I don't care if you wanna control me. I don't care, cause I believe I love you. I just wanna be